О, а ты что же, с утра уже наряд заступила? Ну, что ж поделаешь, раз в доме хозяйки нет. Чего это нет? Лицо хозяйки, папа, это ее кухня. А здесь что? Это с улицы нанесло, я вчера протирал. Почему ты протирал, а не эта черная вдова? Так, Шура, прекрати, давай без этого, потише. Я не понимаю, она что, спит, что ли, еще? Я в шоке. Где ты ее откопал? В филармонии. Что, на богему потянула? Она у тебя что, танцует? Поет, понимать нет. Утро, туманное утро, седое. Всем доброе утро, Шурочка. Красавица. Ой, какие у вас ароматы. А Шурочка вот кашеварит. Да, раз уж некому. Какие изумительные тефтельки. Это зразы. Ой, да какая разница. Отдайте вилочку. Это бесподобно. Шурочка, вы волшебница. Паганини от кулинарии. Как же повезло вашему мужу. Ой, я, простите, я хотела сказать будущему мужу. Юрий Сан Саныч, у нас сегодня пища богов. Не то, что твоя дежурная яичница. Я смотрю, вы по кухне совсем не дежурите. Как нет, понимать нет. Радочка прекрасная хозяйка. Отлично готовим. Вот это? Ну, папа уже добаловался. У него язва. Да? А вы не знали? Нет. Я думала, вы его невеста. Я сниму. Волнуйтесь, Елена Николаевна. Это, честно говоря, ужасно. Не переживайте. Коллектив у нас дружный, вы прекрасно в него впишетесь. Прошу. Дамы, доброго дня. Прошу любить и жаловать наша новая сотрудница. Да какая же она новая, Семен Маркович. Это же Лена из нашего тетюшевского филиала. Привет, Лена. С сегодняшнего дня не Лена, а Елена Николаевна, ваш новый руководитель. Яночка, вы на правах старой знакомой и заместителя начальника. Познакомьте Елену Николаевну с коллективом, введите в курс дела. Елена Николаевна, чувствуйте себя как дома. Ты все-таки решил от нее избавиться? Ты о чем? Если местный гарем узнает, что ты променял его на эту мадам, ее порвут на куски. Не преувеличу. Я? Ты только в этом отделе выбил 3 из 5. А пиарщицы узнают. У тебя там вообще страйк. В офисе никто не знает, что мы вместе. А я? А ты? Будешь молчать? Ну, я-то могила, а Журавлев-то в курсе. Я его предупредил, все нормально. Как сказать? Помнишь, я вам давала 3 месяца? Но. Я ошиблась. Неделя максимум. И она сбежит от тебя. Сама. Ну вот, как я и говорил, от остановки 5 минут ходьбы. Это такой бонус после 2 часов езды? Ты что хотел, за наши деньги предел Садового кольца, что ли, квартиру взять? Чего я не хотела? Просто говорю, что ехать далеко. Но если квартира, как ты говоришь, супер, переживу. Слушай, ну я так и не понимаю, как мы объясним хозяйке, кто ты? В смысле? Твоя жена. Ну, а вчера с кем я приходил? Скажу, что я твоя любовница и тоже буду здесь бывать. Лично, ну, серьезно, ну правда. Послушай, может быть, я скажу сфотографирую, потом тебе покажу. Класс! А жить я там по фоткам буду, а если там воняет? Да не воняет там. Так, пошли. Так что мы скажем? Что-нибудь придумаем. Куда? Да, крайний подъезд, 5-й этаж. 5-й этаж? А что? Без лифта еще, наверное. А Шурочка надолго к нам? Да я как-то спрашивала, а что? Да нет, ничего. Я просто волнуюсь, как же ее работа. Она уволилась. Зачем? Решила после развода начать новую жизнь. Здесь? Ну а где же еще-то? Родной дом как-никак, понимать нет. Нет, ну конечно, конечно. Я просто думала, что новую жизнь лучше начинать на новом месте, чтобы ничего не напоминало о прошлом. Да вот я тоже думала, как ей сказать-то про Рауля. А что про него говорить? Завял, и мы его выбросили. Да ты что? Что? Рауль для нее это как член семьи. Она его с детства растила. Да.
Но в таком случае молчим как рыбы, ни слова, ни полслова. Не дай бог ни про цветы, ни про кактусы, не вздумай, Сан Саныч. А если она вспомнит? Положись на меня. Шурочка, а ты знаешь, что сегодня мы идем в ресторан? С чего это вдруг? В честь вашего приезда. Может, у меня другие планы? Ой, ну какие у вас могут быть планы? Вам надо отвлечься. С работы уволилась, мужа нет, детей нет. Ну, ужасное, ужасное нервное состояние. Я сама, когда на нервы, становлюсь прям колючая, как кактус. И иголки растопырю во все стороны, и давай колоть всех подряд. А где Рауль? Шурочка, понимаете, Рауль, он... Он в филармонии. Почему? А потому что Сан Саныч хотел, чтобы он все время был рядом и напоминал ему о любимой доченьке. К тому же, у нас там всегда играет музыка, а это очень полезно для цветов. А давайте я буду решать, где полезно Раулю, а где нет. Не вопрос. Мы вечером принесем его обратно. Да, Сан Саныч? Ну да. Ну и что мы стоим? Мы же опаздываем. Вперед. До вечера. Розочка, как же мы не Рауля-то привезем, если он того? Саша, включаем фантазию. Сейчас заедем в цветочный магазин и купим твоей дочке нового мачо. Такого же или даже лучше. Все, поехали. Мне нужен... букет. В воскресенье. Надеюсь, вашей невесте понравится. Мне было бы приятно получить такой букет от своего жениха. Любовь, как цветок. Так легко растоптать. Пошла вон отсюда. Убирайся, я сказал! Меня тоже предал любимый человек. Так трудно вырастить. Где ты вчера эту девчонку склеил? Я просто найти ее хочу. Не смей к ней приставать, понял? Не смей. Я беременна от человека, который меня бросил. А ребенка ты решила оставить, да? Да. А ты не такая, как все. Беги от него, Варя, пока не поздно. Он манипулирует людьми. Я хочу, чтобы мы с тобой... Леш, я выхожу замуж за отца своего ребенка. Ты же его не любишь. Так будет правильно. «Цветочное танго». Премьера. В воскресенье в 16:00 на канале «Россия». «Выход в люди». Завтра в 23:30 на канале «Россия». Лена Николаевна, если вдруг у вас какие вопросы возникнут, вы ко мне обращайтесь. Ну а что так официально? Мы же вроде на «ты» были, Диана. Ну я теперь даже не знаю. Ну конечно, давайте на «ты», так же удобнее будет работать. И вообще я хотела в обед чаепитие устроить, ну чтобы как-то поболтать, поближе познакомиться. У вас как к этому тут относится? А, у нас это в порядке вещей. Да, кстати, девчонкам тоже интересно будет. Ты же у нас ходячая загадка. В каком смысле? Ну как же, из Тетюшева и в головной офис, прямиком в кресло начальника отдела. Ну а что, так совсем не бывает? Ну почему, бывает. Только в одном случае из трех. Либо ты чья-то родственница, либо жена, либо любовница. И к какой версии склоняется коллектив? Коллектив теряется в догадках. Ты не родственница, потому что давно бы сидела в этом кресле. Не жена, иначе зачем тебе вообще работать? Ну а любовница в нашем возрасте уже поздновато. Ну, может, я просто хороший специалист. Ну, хороших специалистов много. А место начальника одно. Так что ты готовься. Наши сплетницы будут к тебе приглядываться. Буду на чеку. Да, ты с роддомом уже определилась? Нет. То есть... В смысле? Так у нас это кресло заколдованное. Да, с него все в декрет уходят. Мы его так называем. Декретное кресло. Уже три начальницы за него сменились. О, ух ты. Я серьезно. У нас девчонки со всего офиса сюда посидеть приходят. Ну, а я не суеверная. Ну, это хорошо. Ну, и потом, нам это уже не грозит. Здрасте. Мы немножечко опоздали, извините. Ничего страшного, проходите. Спасибо. Вот, решили еще раз взглянуть, так сказать. А чего без жены? Да, на работе. Жалко, мне Лесечка очень понравилась. А это? Это моя... Мой. Не моя, а мой. Дизайнер интерьеров. Простите. Хотели кухню посмотреть. Вы договаривались ее отремонтировать счет арендной платы. А что тут ремонтировать? Вот только потолки побелить, обои переклеить и все. Зачем же тут дизайнер? А вас как зовут? Соня. А, ну проходите. Вот тут чуть-чуть соседи затопили.
Да, это ерунда. Ну что, кухня, я смотрю, небольшая. Че, нормальная кухня? Олесь вчера очень понравилась. Это она просто больших кухонь не видела. Девочки из провинции, сами понимаете. А где у вас туалет с ванной? Там все в порядке. Да я воспользоваться, вы же не против? А, пожалуйста, пожалуйста. Вон там. А, куда? Вот. Ага. Совмещенная, да? Это плохо. А вы хотели... Перехотела. А это спальня. Да. Ничего. Только кровать надо поменять, а то мы вдвоем здесь не поместимся. Вы вдвоем? С кем? Она хотела сказать, мы с Соней. То есть мы с Лесей. В общем, с моей женой. Вы же ее вчера с Олесей тестировали. Она сказала, нормально, удобно. Ну, если ей удобно, тогда вопросов нет. А потом, если поставить здесь большую кровать, ну где будет детская? Не знала, что вы с женой уже размножаться планируете. Ой, извините, звонят. Значит, тестировали, да? Ну, просто проверили, тесно, нет. И... и как? Кровать-тест прошла? Лесь. А Соня? Во всех позах проверили? Лесь. Ой, а вы что, уже уходите? Да, мы на работу опаздываем. Ну вы что решили-то? Видите, звонят, интересуются. Мы вам вечером обязательно перезвоним. Я бы вообще хотела квартиру вам сдать. Вы мне с Олесей очень понравились. Слышите? Вы свою жену цените, она у вас хорошая. А то иногда вот такие попадаются. Да, спасибо, все хорошего. Счастливо. Ну и что она сказала? Сказала, чтобы я тебя ценила. Я так понимаю, что в этой квартире мы жить не будем. А ты сам подумай. Во-первых, слишком далеко от студии. Мне с Тетюшей быстрее добираться. Во-вторых, хозяйка очень приставучая, она нам покоя не даст. В-третьих, еще раз пойдешь смотреть квартиру с Соней, убью. Ладно, будем искать. Правда, за наши деньги я нашел только два нормальных варианта. Второй черт тоже у черта на куличиках. Не, почему? Возле центра, но там, правда, надо за животными ухаживать. Что за животные? Не знаю. Ну, че? Я животных люблю. Договаривайся на после работы, посмотрим. А, Лесь, послушай, может быть, на завтра, а? Просто к нам сегодня должны абрикосы прийти, а я обещал, что мы будем. А что за повод? Ну, че, просто приехали из Риги, бальзам привезли. И Соня будет? Наверное. Если тебе бальзам и Соня важнее нашей квартиры... Ладно, понял. Молодец, догадливый. Так, это, конечно, не бокал шампанского, но я позволю себе тост. Вот лично я рада, что у нас наконец появился начальник с опытом, которого не нужно будет целый месяц вводить в курс дела. Леночка Николаевна, за тебя. Спасибо большое. Слушайте, а может быть, мы вечером сходим куда-нибудь, выпьем, потанцуем? Елена Николаевна, вы как? Да нет, как-то уж лучше в следующий раз. Ну а что, муж, что ли, не отпустит? Да нет, я не замужем. О, ну это мы сейчас поправим, у нас тут кандидатов полно. Крикунов, например, из юродела. Недавно развелся. С ума сошла? А зачем нам Крикунов? У него трое детей. И ползарплата на элементы уходит. Вот. Ну тогда вам. Зачем не кандидат, а? Кто, Левандовский? Угу. Слушай, мы о замужестве говорим, а не об интрижке. Ну да, у него сейчас с Маринкой из пиара дела. Уже полгода как ничего нет. Да, после Маринки уже Катя была из бухгалтерии, Варвара из маркетинга. А ты что, статистику ведешь? Зачем? Наша Таня живет в соседнем доме своей московской квартиры. Ну, у него там пол офиса уже перебывал. Не, ну а как перед таким не устоять? Я бы, например, тоже не прочь. Была бы я лет на 10 помоложе и не замужем. А ты не волнуйся. Он теперь в компании полноценный партнер. По командировкам не ездит. А с его темпами у нас молоденький скоро закончится. Так что через месяц-два для тебя очередь дойдет. Да, потом он курочек в нашем курятнике. Хорошо, хоть птицеферма у нас приличная. Разгуляться есть где. Елена Николаевна, а вы что, с ним не знакомы? Первый раз вижу. Как? Да он у вас в Тетюшеве 3 месяца с проверками сидел. А, так это он? Да. А, что-то, наверное, редко пересекались. О, сюда идет, девочки. Здрасте. Так, девчонки, ну, давайте, закругляться, будем работать. Аккуратней, Саша, на второго такого Рауля у нас точно средств не хватит. Радочка, тебе не кажется, что он совсем не похож на Рауля? Ой, я тебя умоляю, кактус и кактус, они все на одно лицо. Сан Саныч, а у нас тут гости. Вот пришел Павел Янович по поводу размещения наружной рекламы. А это не по адресу. Наш Тетюша ведь так каждая собака знает. Ирина Степановна, вы не поняли.
Они хотят разместить свой рекламный баннер на фасаде нашей филармонии. Да, и что вы собираетесь рекламировать? Продукцию Тетюшевского хлебзавода. Булочки. У нас все было договорено еще с предыдущим директором. Саша, даже не думай, это точно криминал. Пусть вешают свои булочки на тюрьме. Леньке там как раз сухари нужны. Не волнуйтесь, я все проверила. Вот договор и суммы по оплате рекламы места. По-моему, выгодное предложение. А в нашем случае... Да, сумма, так сказать... Да какая бы ни была сумма, это храм искусства. И вешать булочки на фасаде... Да, это надо обдумать и... Согласиться. Как? Как говорили в Древнем Риме. Хлеба и зрелища у нас будет два в одном. Булочки снаружи, а мой вечер романсов внутри. Так что не думайте, подписывайте. Я на репетицию. Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки. Здравствуйте. О, привет. Ты где ходишь? Тебя Багира уже три раза спрашивал. У меня фантазия закончилась от маски придумывать. А, мы с Олесей эту вчерашнюю квартиру смотрели. Я думала, вы в нее уже вещи перевозите. Не судьба. Она ее забанила. Почему? Ну, неудобно. Далеко от работы добираться. Тоже мне. Зато деньги вменяемые, и хозяйка приятная. Хозяйку она тоже забанила. И что вы теперь будете делать? Не знаю. Будем искать варианты. Сегодня вечером идем смотреть еще одну квартиру. Подожди, мы же договаривались сегодня вечером у вас посидеть. Ну, значит, посидим в другой раз. Найдем квартиру, обязательно пригласим вас на новоселье. Угу. С ее запросами вы еще полгода будете квартиру искать. Ладно, давай, дуй на прием. А, стой. Послушай, ты можешь пока работаю посмотреть какие-нибудь варианты, а еще квартиры? О, нет, это без меня. Это что, сложно, что ли? Дело не в этом. Просто твоей же Алисе надо и за копейки, и чтобы рядом с Красной площадью, чтобы ГУМ ходить. Ты злая? Я справедливая. Здрасте. Добрый день, Елена Николаевна. Здрасте, Евгений. Николаевич. Точно. Как ты? Нормально. Руководишь? Не совсем. Пока больше Ника слушаю. И много наслушалась? Достаточно. На книгу мемуаров наберется. Это все о нем называется. А я предупреждал. Нельзя верить всему тому, что говорят. Нет, я всему и не верю, Женя. Потому что кое-что находится просто за пределами человеческих возможностей. Даже мне интересно стало. И что конкретно? Ну, например, говорят, что вы великолепный специалист. Большинство объектов здесь курируете лично сами. Некоторые объекты даже на дом забираете. Евгений Николаевич, добрый день. Вы что-то у нас давно не появлялись. Да все как-то не получилось, Марина Геннадьевна. Очень много работы. Очень жаль. У меня к вам важный вопрос. Какой? Что значит какой? Когда у нас свадьба? Вот так сразу. Может, сначала как-то получше узнать друг друга? А мы что, плохо друг друга знаем? Ну скажите, разве мы не отличная пара? Идеальная? Ну вот. Учтите, Евгений Николаевич, у меня часики тикают. Рожать надо до 35. Или мне не хотите детей? Очень хочу. Ну вот, я вам рожу двоих. Они будут красивые, как я, умные, как вы. Или ладно, если мальчики, то пусть и красивые, как вы. Правильно. Я думаю, сентябрь подойдет. Папа! Пап, ну почему Москва? Мы же тут обо всем договорились, мы уже все классно придумали. Папа, у меня там уже все подруги приехали, там уже все готово. Ну, пап, папуль, ну... Алло. Уперся рогом и все. Говорит, у меня половина друзей не въездные. Мне-то что его друзья? В общем, он уже арендовал Архангельское. Мне кажется, папа в этом деле явно не последний человек. И Архангельское — чудное место. Да. И Москва не хуже, чем Лондон. Не, Лондон тоже будет. В смысле? Будет, будет. Но мы тут три дня отпразднуем, а потом родители останутся, а вся молодежь улетит в Лондон. У нас там уже вся программа готова. И дворец снят, и тройки в Гайд-парке, и прием у королевы. Там, кстати, будет жена принца Гарри, как ее. Это... В общем, у нас вся неделя расписана по минутам. Неделя? Ну, почти. 8 дней. Но если нам с погодой не повезет, то у нас есть запасной вариант Барселоны, да? У вас, кстати, шенген есть? Да. Всем привет. Привет. Я тебя убью. Не наговаривай на себя, ты очень хороший человек. Пойдем, Алисон, дело есть.
Отвези документы Морозова в агентство на британскую визу. Если хочешь жить, до завтра не появляйся. До свидания. Я к Семену Марковичу. Проходите. Добрый день. Проходите, проходите, Елена Николаевна. Вот документы по тендеру в Болгарии. Спасибо. Знакомьтесь, Елена Николаевна Сайко, новый начальник отдела снабжения. Здрасте. Здрасте. А старый где? В декрете. Вадим Ильич Мамжанов, совладелец компании. О, очень приятно. Взаимно. Присаживайтесь, Елена Николаевна, присаживайтесь. А чего ты меня одного представил? Или... Яночка, вы знакомы с Евгением Николаевичем? А, нет, но много наслышано. Евгений Николаевич. Елена Николаевна. Еще привет. Остерегайтесь, Елена. Очень знаменитый сердцеед. Ладно, буду иметь в виду. Вот, смотри, никого я там не лоббирую. Тендер прошел по всем правилам. Я тебя понял, но все равно я заберу с собой, пусть мои юристы проверят. Сан Саныч, только я умоляю, никаких злоупотреблений. Не хватало еще при Шурочке отличиться. Нарочка, меня же за рулем. Знаю я, чем кончаются твои за рулем. Зачем нам машина? Давай пройдемся. Погода сказка, дышать полезно. Ну, правда, если погода хорошая. Саша, мы в цивилизованном месте. Я не хочу за тебя краснеть. Нет, ну... Бокал вина. Шурочка, мы здесь. Саша, поухаживай за дамой. Сиди, папа. Ну, как добралась, не заблудилась? Я в этом городе родилась. В этом ресторане год работала. Или вы думаете, у меня провалы в памяти? А где меню? Ой, Шурочка, а я, чтобы времени не терять, заказала на нас, на всех. Но давайте, наверное, выпьем за единение, за встречу, за знакомство. Это вино попить нельзя. Ну, чуть-чуть-то можно, это же не водка. Как раз при язве лучше водку. А это что? Вы решили папу добить? Простите, пожалуйста. Да-да. Скажите, у вас есть паровые котлеты? Лучше из кролика или из индейки? И овощи-гриль. Конечно. Хорошо, вот сюда, пожалуйста. Да-да. Что-то еще? 100 грамм водки. Саша. Если вино нельзя, а за встречу что-то надо. Ну, ради такого случая. А мы с Шурочкой... Я водку. С папой. Ну, тогда я тоже не буду выделяться. Мы же семья. Графинчик. Со слезой. Ну, я так смотрю, здесь хорошо, так понимать нет. В объявлении сказано, что квартира сдается с животными. Да-да, я на 2 года улетаю в Канаду по контракту. А с ними просто не знаю, что делать, ума не приложу. Ну, не в приют же их сдавать. Нельзя таких красавиц в приют. Удивительно, что для них есть приюты. Вот давно, просто не каждый их возьмет. Да вы что, они такие милые. Шикардос берем, не глядя. Скажите, а сколько раз в день их нужно кормить? Мы просто работаем допоздна, поэтому... Ну, да бог с вами, раз в неделю вполне достаточно. По одной мышке. Какой мышки? Кормовой. Не поняла. Ну, если мыши мелкие, можно по 2, но перекармливать не надо. А, так у вас коты. Еще какие? Сейчас познакомлю. Класс, супер, берем. Класс. Ну, как котам будем корм покупать? Вот она моя хорошая. Вот, Настенька, познакомьтесь. Можно подержать, погладить. Можно подержать. Не бойтесь вы, не бойтесь. Так, где у нас Дуся? А, она у нас стеснительная. Дуся, Дуся. Вот она. Ну, ты видишь, им важнее снять квартиру, а не с гостями посидеть. Я вообще не понимаю, зачем им эта квартира? Не взрывай себе мозг. Поживут отдельно, и тебе спокойнее будет. Мне было бы спокойнее, если бы они жили отдельно друг от друга. Тетя Лита, по-моему, вы не правы. Ну, если Никите с ней хорошо, то и вам должно быть хорошо. О, посмотрите, адвокат нашлась. Сонечка, а мне было бы хорошо, если бы ты была моей невесткой. Ой, ну, тетя Лита, ну не начинайте. Да что не начинайте? Нет, вот ты мне скажи, неужели тебе не обидно, что твоего Никитоса другая забрала? Вы же вместе с ним с самого детства. Ну вот, может, потому что с детства, поэтому и не обидно. И что, даже на свадьбе сердечко не ёкнуло? Ну, может, и ёкнуло, когда горько кричали. Вот. Ты его любишь, Соня. А за любовь что надо? Бороться. Так, тетя Лида, все, давайте сменим тему. Хорошо, давайте сменим тему. Выпьем за любовь. Да, конечно, Лева, посмотри, покраснее. Ты помнишь, как они в школе? Такой из детского сада. Шурочка, за тебя! В который раз?
Мы будем пить за тебя весь вечер. Как же я счастлива! Я так мечтала с тобой познакомиться. И вдруг такой сюрприз! Такая неожиданность! Ты здесь, ты рядом с нами. Так удачно все сложилось. А, нет, то есть неудачно. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И не смей страдать. Все образуется. Главное, ты дома. Ты с нами. Я ехала домой. Как кстати, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Девочки, все, вы хотели полуград. Что, давай пересядем куда-нибудь? Ну, перестань. Казалось мне, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой, я думала о вас. Люблю тебя! Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо! Часто он так накидывается? Только попроси, просик. Вы прекрасны! Такой аккомпанемент! Это было божественно! Я просто не могла не запеть, извините. И если вы позволите, я хотела бы исполнить еще один романс о несчастной любви. О бедном разбитом сердце, которое сидит здесь, в зале. О нашей доченьке Шурочке. Шура, знай, если тебя бросили, а ее бросили, это не трагедия. Это значит, что ты свободна. Свободна для новой любви. Я не знаю этого подонка, но он тебя недостоин. Девочки, нет, не любила. Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки, нега во взоре, мне обещали радости рая. Бедному сердцу, так говорил он, бедному сердцу, так говорил он, но не любил он, нет, не любил он, ах, не любил он, нет, не любил он меня. До свидания, Елена Николаевна. До свидания, Евгений Николаевич. О, он что, машину новую купил? Давно пора. А то в прошлой на заднем сиденье тесновато было, коленки упирались прямо в потолок. Ну, как Карина говорила. До завтра, Елена Николаевна. До завтра. Господи! Судя по выражению лица, ты меня готова просто убить. Нет, просто очень много информации за один день. И, но я тебя предупреждал. Все, что про меня говорят, нужно делить на 100. Я разделила. И все равно получился перебор. Нет, Женя, я прекрасно понимаю, что и у тебя, и у меня есть прошлое, и довольно глупо к нему ревновать. Но ты ревнуешь. Нет. Просто очень устал. Ну, давай, может, отметим твой первый рабочий день. Поедем куда-нибудь? Поедем. Домой. Ну, домой так домой. Домой. Радость, душенька, краснодевица,
что задумалась, пригорюнилась. Полюби меня, лебедь белая, полюби меня, приголубь меня речью нежною, словом ласковым, речью нежною, словом ласковым. Знала бы я, что мы идем в караоке, осталась бы дома. Саша, пойдем. Пойдем. Девочки, познакомьтесь. Это мой жених и по совместительству директор филармонии. Он тоже будет петь? Нет, он будет говорить. Ну как? Саша, говори. Радочка, пойдем домой, перед людьми неудобно. Какой смешной. Я перевожу. Он хотел сказать, что он умоляет вас пойти к нему работать. Подожди. За любые деньги, на любых условиях. А я обещаю вам аншлаг, фурор и всенародную любовь и обожание. Заманчивое предложение. Значит, договорились. Завтра в час у нас. Папа, я домой. Шура. Детка, Шурочка, мы все сейчас пойдем. Идите. Рада. Девочки, завтра днем не забудьте. Главное, чтобы вы не забыли. Саша, ну как они тебе? Утро вечером мудренее, понимаете? Да. Ой, утро туманное, утро седое, нивы печальные. Какой вечер! Я вне себя от восторга! Я вообще в шоке. О, видишь, Шурочке понравилось. А ты поехали домой, поехали домой. И, между прочим, все испортил. На Шурочку такой жгучий брюнет заглядывался. О, кактус! Про Рауля чуть не забыли. Шурочка, доченька, твой Рауль вернулся. Соскучилась. Друг мой, а сходи-ка ты за вином. Ну, какое вино, Радочка? Красненькое, полусладкое. Может, на сегодня хватит, ну зачем беленькое с красненьким мешать? Саша, не порть мне такую волшебную ночь. Ты посмотри, какое небо. Ты посмотри, какие звезды. Звезды на небе, звезды на море. Полусладкое. Снился мне сад под венечным морем, в этом саду. Шурочка! А, ой, какие странные люди, выбросили фортепиано. А, подождите, это же мое фортепиано. А что оно тут делает? Шурочка, а что происходит? Ничего особенного, просто прибралась. Мне же заняться-то нечем. У меня ни детей, ни мужа, ни работы. Это что, мои вещи? А почему они здесь? Сегодня они здесь, завтра они на даче. Как на даче? Папа весь хлам складирует на даче. Мой концертный гардероб, по-твоему, хлам? Это не Рауль. Я спрашиваю, почему мои вещи в коридоре? Я спрашиваю, где мой Рауль? Вот твой Рауль. Это не Рауль. Рауль, не Рауль. Кактус и кактус, какая разница? Было бы за чего трагедию устраивать. Я понимаю, муж бросил, а тут какая-то колючка в горшке. Знаешь что, Ираида Степановна? Что? Идите вы на дачу! А может, лучше ты? Нет, мне здесь хорошо. И очень было бы здорово, если бы никто тут не шмонал и не делал мозги моему отцу и мне! Я делаю твоего отца счастливым. Вы делаете его идиотом! А вот это не твое дело. Это ему решать, кого я из него делаю. Кто ты вообще такая? Я его дочь! А я его невеста! Вы городская сумасшедшая! Вы, старуха шипокляк! У вас мозги вместе с соплями вытекли! Посмотрите на себя, да вы фу! Ну, знаешь... Пропуш, Светка! Радочка! Саша! Ты взрастил монстра! Что случилось? Я с ней как родная мать! Я и в ресторан, я и роман
волосы, она мне в душу плевать и кактусом попрекать. Ну, у нее такой период, сейчас это надо как-то перетерпеть. Все, хватит, натерпелась, пусть уезжает. Ну, так нельзя, она все-таки моя дочь. Все ясно, броня танка и танки наши сбыли. Мираида Степановна, Рада! Отстаньте, мужчина, я вас не знаю. Ты там? Твоя судьба. Рада. Только не говори мне, что ты нашла мне новую невесту. Теперь решил посунуть мне ее ночью, когда я сонный и безоружный. На этот раз я одна. Аркаша, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? С любой. Только покороче. Я спать хочу. Хорошо. Я нашла струнное трио и буду с ним делать вечер романсов. Ага. А какая хорошая? Ты была хорошая. Так это как же плохая? Ты будешь спать на раскладушке, потому что я сегодня сплю в спальне. Что случилось? Что случилось, Аркаша, того не воротишь. У тебя штопор есть? Есть. Открывай. И все-таки почему ты не ночуешь дома? Аркаша, вот если бы я тебе сказала, выбирай между мной и твоей дочерью. Кого бы ты выбрал? Ну, конечно, тебя. У меня же нет никакой дочери. Вот. А у Сан Саныча есть, к сожалению. Наливай. Рад. Ну, давай тогда бокалы. Сама. Ха. Одиссей вернулся к своей Пенелопе. Радочка, доброе утро. Я вот тут. Какая прелесть. Возвращение блудного сына. Точнее, блудного жениха. Тут это самое. Я знала, что ты примешь правильное решение. Только зачем ты приехал с вещами? Ты оставил квартиру Шуре? Ну, так... Ладно, я не сержусь. Хотя после вчерашнего ей самое место на твоей даче. Среди сорняков и прочей дребедей. Рада ты... Ну, конечно, я рада. Это поступок настоящего мужчины. Саша, ты прощен. Ну, что ты стоишь? Проходи. Раскладывай свои пожитки. Аркаша, освободи Сан Санычу шкаф. Радочка, тут только твои вещи. Тогда сходи в машину за своими вещами. Помоги Сан Санычу с его чемоданом. Не надо мне помогать, я без чемоданов. Как? Ну, так я, понимаете, остаюсь жить дома с Шурой. С этим генералом в юбке. Ну, теперь понятно, кто в твоем доме старший по званию. Аркаша, гони этого Иуду из нашего дома. Радочка, ну как же я могу? Это же квартира филармонии. И потом к Сан Санычу он И.О. Вот и гони этого И.О. из нашего дома. Радочка, не кипятись, это вынужденная мера. Это высшая мера. И ты только что лично привел приговор в исполнение. Ну, пойми, ей и так нелегко. Она за два дня потеряла сразу и Олега, и Рауля. Господи, а Олег и Рауля – это кто? Это муж и кактус. А я сейчас потеряла тебя. Ты разбил мне сердце. Теперь дай мне спокойно умереть. Ну, Рада, все, ты... похоронишь меня рядом с Коленькой. Рада. За счет филармонии. Радочка, ну не надо так драматизировать. Выход там. Что ты гладишь меня, как старого кота? Иди ставь кофе. Привет. Заблудилась? Еще отдел планирования. А, ну пойдем, я тебя провожу. Спасибо. Как прошел твой первый день? Ну, нормально.
Да, еще надо разбираться. А вот зато кто, где, с кем и сколько раз эта информация получила исчерпывающую. Да ладно. Неужели ты веришь в этой болтовню? Ну, успокойся. Это же Москва. Здесь люди с работы поздно возвращаются. Сериалы им смотреть некогда. Вот они мелодрамы на работе и сочиняют. Кстати, тебе туда. Лена, не волнуйся. У Левандовского в этом офисе была только одна любовница. Кто? Я? Шучу. Не думала, что ты такая ревнивая. Хорошего дня. Лучший фотограф столицы вспомнил о своей бабушке. А он о тебе никогда не забывал. Сделаю вид, что поверила. Ну, как дела? Да, так, средняя. А что такое? Что-то случилось? Да, мы тут квартиру ищем. Зачем? Ты же в квартире и живешь. Пата, ты вспомни, с кем я живу. Лисичка, ну, Никита, конечно, не идеальный мужчина, но он твой муж, и ты сама его выбрала. Ты при чем тут Никита? Я про его маму вообще-то. Ой, про нее-то я и забыла. Я бы тоже хотела, но это факт. Леся, дети не должны жить с родителями. Это неправильно. Съезжайте, я за. Легко сказать. А в чем проблема? У вас же есть деньги. Да на эти деньги можно снять только каморку папы Карла у черта на куличках. Лисичка, не падай духом. Мы что-нибудь придумаем. Да что тут придумаешь, ба? Кажется, у меня есть одна идейка. Какая? Я тебе перезвоню. Наталья, ну, дозвонилась? Да, но он сказал, что уже нашли замену. Класс! Ну, может быть, если ты позвонишь ему сам, то он все переиграет. Конечно, сам! Я все сам сделаю. Ты же ничего не можешь, кроме как геморрой мне подгонять. Привет. В общем, визу я не оформила, сказали, не хватает справки о доходах. Какие доходы? От тебя одни убытки. Что с ним опять? Утром звонили молодожены, наша свадьба отменяется. А что случилось? У них папы рассорились. Траблы с совместным бизнесом. Один другого подставил. Серьезно? Ну, как сказать? Помнишь, отец жениха миллиардер? Да. Так вот, отец невесты сделал из него миллионера. Так радовался бы, он же сразу не хотел с ними работать. Да, но остальные заказы на эту неделю пришлось отменить, и вот теперь пытаюсь хоть кого-то вернуть. Настя, где мой телефон? Как обычно. Гудок идет. Похоже, ты забыл его дома. На зарядке. Я не могу поехать, я на звонках. У меня встреча в 12. Не-не-не, я туда не поеду. Жены дома нет. Ну, что тут скажешь? Шикарное исполнение, как всегда. Да это понятно. Как тебе девочки? А скрипка немного пассивная, виолончель холодновато. А вот альт чересчур темпераментен. Не строй из себя идиота. Тебе кто-нибудь из них понравился? Да опять? За свое? А, еще не выбрал. Понятно, но у тебя будет много времени. А ты у нас переборчивый. Девочки! Спасибо, спасибо большое. Это было великолепно. Я уже представляю афишу. Вечер романсов в исполнении Раиды Кузнецовой в сопровождении струнного трио. Как трио? А я? Аркаша, фортепиано – это уже прошлый век. Да я шучу. Ну куда же я без тебя? Слушай, ты когда-нибудь перестанешь вламываться в мой дом? Тебе звонок чем не угодил? Мне сказали, никого нет дома. Теперь все нормально? Да, Борис, все хорошо, я сейчас. На, ты же за этим приходил? Или что-то еще? Нет. Тогда гудбай. По Самарскому объекту это все. Угу. А вот это нужно подписать. А кто у нас курирует этот объект? Левандовский. А, тот самый? Ну, пойду подпишу. А я сама схожу, подпишу. Да нет, не надо. Я сама... Я схожу, не беспокойся. Да мне не трудно. Вдруг какие-нибудь вопросы возникнут. Ну, сама так спала. Сам Саныч, нам нужно срочно оформить в штат струнное трио. Папа, объясни своей сотруднице, что у тебя обед.
Саша, объясни своей посетительнице, что ради блага филармонии некоторым сотрудницам приходится работать в поте лица и без обеда. И поэтому у руководства филармонии обостряется язва, о которой некоторые сотрудницы даже ничего не подозревали. Некоторые сотрудницы не то что подозревали, а даже убеждены, что язва эта стала хронической из-за проблем с дочкой. Да у этой дочки от этой сотрудницы скоро у самой откроется язва. Потому что эта дочка и есть язва. А то, что отец этой язвы сидит и молча внимает, как оскорбляют его пока еще невесту, это уже клиника. Приятного аппетита! Капец. Встреться с ней, пожалуйста, передай ключи от моей квартиры, а я приеду попозже. А как я ее узнаю? Молодая, симпатичная блондинка. Если что, я скину ее номер, созвонитесь. Да, и запиши адрес. Чапаевский переулок 3, квартира 165. И я тебя прошу, Анжел, пусть это будет наш с тобой маленький секрет. Договорились? Евгений Николаевич, ну вы же меня знаете. Спасибо. Да, Ангел? Наконец-то. Только она была дома. Дома? Сама? С Борюсиком. Слава богу. Наконец-то помирились. Будет меньше мне мозг носить. Я ушел. Пока. Это вообще нормально? Ты про что? Ну, жена с любовником, а он вот... Да какая она ему жена? Только по паспорту. Развестись, руки не доходят. Ой, Елена Николаевна, я как раз вас ищу. Подпишите документы про лизингу. Давайте. Это Тетюшевский филиал. Послушайте, я его очень хорошо знаю. Там начальник отдела снабжения сменился. Но я разберусь. Вы положите ко мне на стол. Вы не волнуйтесь, я разберусь. Пишу. Да, Елена Николаевна, еще один вопрос по поводу отпусков. Отдел кадров запрашивает график. У нас проблема, понимаете, все девчонки хотят гулять в августе. Я хочу, я еще в том году, Елена Николаевна, занимала. Я думаю, что это вопрос терпит до завтра. Но только до завтра. Просто вспомнила, что мне сегодня еще надо в поликлинику успеть. Ира Степановна, а вы что же, уходите? А вы что же, не видите? А как же совещание по юбилею? О, это без меня. Я голодна и дико устала. Да как же без вас? Вице-мэр приедет, понимаете? Мой рабочий день окончен. Так и передайте это вашему вице-мэру. Ну, может, вас проводить? Проводите лучше вашу дочь. Питерский поезд ходит ежедневно. Ну, Радочка, ну так нельзя. Ну, это не дело. Ну что вы, как дети, понимаете? Правильно, нельзя. Нельзя детям так себя вести. А чей это ребенок твой? Вот и займись ее воспитанием. Так что же мне в 35 лет? Пороть, что ли, ремнем? Какой ужас. Вот я говорю, ужас. Так, может, вы помиритесь с Шурочкой? Да при чем тут твоя Шурочка? Ты это видел? Я эти булочки как-то себе по-другому представлял. Какой позор! И где? На стенах филармонии, на этом храме искусства. Так может, они перепутали, другой плакат повесили? Саша, хватит любоваться. Надо немедленно снять эту пошлость. Не дай бог, кто из руководства увидит. А, Матвей Петрович, это не то, что вы подумали. Мы сейчас вам все объясним. Ирина Степановна, я взрослый человек. Мне не надо объяснять, что такое задница.